Подарок ветеранам. 6 мая в московском микрорайоне высадили аллею славы. Иванова стала победителем в конкурсе, организованном московским питомником растений «Экоплант». В качестве награды ко Дню Победы город невест получил 300 кленов, 200 туй и 100 можжевельников. Мы со своей стороны просто решили подарить растения в честь Дня Победы, подарить ветеранам. У меня просто и прадед готовил собак, которые под танки лезли немецкие, и другой прадед погиб на войне. То есть, ну, для нас это очень значимое событие. Аллея в память о геройском подвиге дедов и прадедов разграблена. Вот неблагодарный ответ потомков. Александр принимал участие в акции вместе с другими добровольцами. Говорит, на этом самом месте собственноручно посадил можжевельник. И не обманывает, вот съемки нашей телекомпании от 6 мая. Можжевельники здесь сажают и школьники, и местные жители. На следующее утро пришел полить, значит, тот можжевельник, который посадил, а в результате его не обнаружил. Это следующее утро после акции. А через некоторое время ко мне обратился житель, значит, указанного района с информацией, что еще ряд деревьев посаженных пропало. Сегодня я выехал, проверил, и действительно более 10 деревьев, собственно говоря, куда-то исчезли. Вдоль этого глухого забора мы не досчитались минимум 13 деревьев. Далее можжевельники пока что на месте. Там, на детском садике, есть камеры. Видимо, они-то и остановили грабителей. Обидно больше даже за людей, которые, собственно говоря, имеют к этому отношение. Потому что у нас действительно в основном в городе все вырубается, строятся торговые центры, какие-нибудь торговые точки. Здесь, наконец-таки, что-то было направлено на созидание. И в результате сами же люди, которые больше всего вроде как должны быть заинтересованы в озеленении, ну, собственно говоря, вот этим занимаются. Кто в ответе за посаженную аллею, выяснить так и не удалось. Мэрия ситуацию пока не комментирует. Поясняют, это подарок городу, бюджетных денег на него не потрачено. По сути, следить за саженцами должны жители микрорайона и их управляющая компания. Однако во время самой акции глава города все же обещал назначить конкретное ответственное лицо. В обязательном порядке, конечно. Будем следить и будем смотреть, чтобы они нормально у нас выросли. По крайней мере, на этом месте можжевельники нормально вырасти так и не успели. У тех, кто их прибрал к рукам, явно ничего святого. Ведь обезобразить аллею славы – все равно, что осквернить память павших. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.